Вечер. Вижу уличную гонку в районе Сан-Вэлеран. Постарайтесь арестовать всех 10:44, пока не кончилась гонка. Объект устроил ДТП с гражданским. Применяю силу. Один подозреваемый взят, остальные пока нет. Хорошая работа. У вас еще остались цели. Продолжайте погоню. Нашел подозреваемого. Продолжаю погоню. Вступил в контакт. 10:44. Атака успешна. Он почти без помощи. Попытаюсь его остановить.
сбрасывать Riverside Drive. Диспетчер, вижу 10.44. Движется на высокой скорости по Riverside Drive. Включаю сирену. Принято, вы стараетесь задержать все цели во время гонки. Погоня завершена. Прием.
потерял его. Диспетчер, я потерял контакт 1044. Сообщите, могу ли присоединиться к текущей погоне. Я прекращаю погоню. Он ушел. Принято. Всем машинам. Подозреваемые скрылись. Всем искать наших беглецов. Вижу 1044 на Riverside Drive. Приступаю к задержанию. Ясно. Задержите всех 1044 до завершения гонки. Остановить гонщика. Есть! Машина нарушителя повреждена. Контакт с объектом восстановлен. Преследую. Атака успешна, он почти без помощи. Попытаюсь его остановить. Атакую объект. Эта погоня становится опасной для граждан. Задержите гонщика немедленно. Электронику в машине гонщика. Он теряет скорость. Попытаюсь арестовать. Я его вижу. Прием. Вижу машину объекта. Иду на перехват. Получилось. Продолжаю погоню. Буду и дальше применять силу. В наш район только что въехал еще один 1044. Ждите информации. Докладываю. 1044 остановлен и задержан. Одним меньше. Арест подтвержден. Продолжение преследования оставшихся подозреваемых. Машина нарушителя остановлена. Подозреваемый задержан. Всем машинам. 1044 остановлен. Вижу новый объект. По-прежнему код 3. Хорошенько нападал, но он еще может ехать. Продолжаю погоню.
4. Гонка остановлена. Гонка завершена. Хорошо сработано. Нарушитель задержан. Он у нас. Подозреваемый задержан. Цель у нас. Вижу нарушителей. 10:44 на Койот Парк. Принято. Остановите всех подозреваемых за время гонки. Попал. Вырубил ему все. Теряет скорость. Thank you.
начинаю погоню, код 3, иду за ним. Я в него попал. Замедляй. Арестуйте всех участников гонки до ее завершения.
парень не управляем. Вызываю все посты. Машина гонщиков входит в объезд. Получилось. Продолжаю погоню. Буду и дальше применять силу. Атака успешна, он почти без помощи. Попытаюсь его остановить. Задел его. Попытаюсь задержать. Контакт 10.44.
Диспетчер, я опознал дополнительного гонщика. У нас еще машины есть в этом районе? Есть! Машина нарушителя повреждена. Докладываю, подозреваемый только что он столкнулся с гражданским. Применяю силу. Захват подтвержден. Задержите оставшихся 10.44. Диспетчер, 10.44 остановлен. Отметьте его как арестованного. Прием. Хорошая работа. У вас еще остались цели. Продолжайте погоню. Есть визуальный контакт с подозреваемым. Центр, подозреваемый опять появился. Попробую остановить. Диспетчер, вижу подозреваемых. Код 3. Снова вижу того гонщика. Продолжаю преследовать. Продолжаю погоню. Гонщик атакован. Диспетчер, нам нужны еще машины, пока гонщики не скрылись. Прием. 10.44 остановлен и арестован. Сообщите статус погони. Прием. Поняли. Сообщения о нарушителях в вашем районе еще поступают. Можете начинать преследование. Задел его. Thank you.
мы его заметили. Гонщику хорошенько досталось, но он ни на что не обращает внимания. Данные будут ревелы. Судя по описанию, это Мазерати Гран Туризмо.